нашем мире, в нашем деле, в нашей профессии, особенно последние годы, там лет 20, 30, 40, тенденция такая, что люди учатся у многих разных педагогов. Они начинают у одного, потом у другого, там, в высшей школе у третьего, ездят по мастер-классам. В общем, сейчас редко можно встретить музыканта, который всю жизнь занимался у одного педагога. Это уникальный случай.